Привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь. И мы продолжаем строительство женской тюрьмы под названием, в игре под названием Prison Architect. Собственно, что ж, второй день. Я всегда пытаюсь дождаться, пока у меня рабочие доделают эту несчастную, гребаную общую камеру. Вот, в принципе, вроде как у них это выходит. Я думаю, наверное, знаете, что нужно поставить бойлер. Бойлерную установку нужно воткнуть. Так, мы ее воткнем, нам нужна горячая вода будет. Ну, поставлю, наверное, пока. Так, у нас будет здесь еще душевая. Так. Ага. Нам бы по-хорошему ее вот сюда куда-нибудь воткнуть. Было бы, наверное, на изи, да? Или давай сюда, в принципе, то разницы особой нет. Давай сюда. Главное, чтобы хватило везде давления, напора воды, чтобы там везде все было здорово. Так, и пацаны здесь войти не могут, да? Сейчас. А я, по-моему, не помогу, потому что я сливы ловлю. Так прозвучало, конечно, интересно. Сливы где-то ловлю. Где охрана гуляет? Где эти распездовы? Эй, охрана! Где вы? А, кстати, где моя охрана? Два охранника, где они? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я их уволил. Одного уволил. Во. Так, вот сделаем, а то ни хера не успеваю. Чуваки стоят, пройти не могут. Ну как, куда это годится-то? Ладно, сейчас им помогут, откроют. Так. Получается, этот... базовая тюрьма построить стол... Столовую, в смысле, а что там? Точно, а зачем им лавки? Стоя, пусть жрут. Стоя, пусть кушают. Что, зачем? Хотя нет, стоя неправильно. Когда стоя кушаешь, больше вылазит, поэтому пусть и едят. Сейчас мы им тут все исправим. Лавки-то я забыл, да, это есть такое дело. Виновен, виновен. Так. Отлично. Последнюю лавку воткнул, как попало. Ну все, лавки воткнули. Я думаю, что мне 10 тысяч не приходит? А они, оказывается... Открой, охранник! Я пошел-то, дебил. Впусти людей. Так, ну мы пока займемся комнатой осмотра. Комната осмотра у нас получается, комната отдыха, комната... Вот, приемная она называется. Вот, приемную здесь ставим. Так, приемная. Потом в приемную у нас получается должно быть офисный стол, стул, стол простой. Так, ставим простой стол. Так. Так, здесь поставим простой стол. Так. Офисный стол. Так, надо такого поставить, чтобы он... Да, вот так он может стоять. Типа сразу такой на входе такие заходят, такие, оба, и стол. И стул. Все, отличненько. Так, и вроде все, да. А, стул еще нужен. А, нет, стул есть, что я. Так. Хорош. Блин, как же мне тут, сука, дверь-то открыть-то? Надо было сливу в последнюю очередь ставить. Охранник что-то стоит, замерз, что ли, что-то втупляет, вообще не по-детски. О, открыл. О, и стой там, открывай, закрывай двери, больше никуда не уходи. А то серия, я чувствую, растянется. Так, здесь у нас что? Здесь у нас пока мебель тащат. Здесь разобрались. Так, столовая у нас еще лавочки не принесли. Давайте дождемся, пока лавочки принесут, потом продолжим. Так, ну а пока мне там тащат все, тащат. Я тут немножко... доделаю приемную, так сказать, где у меня принимают. Здесь у меня есть доставка товаров, увозка мусора, и не хватает мне еще здесь склада, куда будет все барахлишко-то относить. Вот, я здесь маленький склад пометил зону. Так, и получается, как она правильно называется, сейчас я ее найду. Так, 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 вот, отправка товаров, отлично. Оп. Вот как-то так это все сделали. Угу. Так, эти разметки убираем, они теперь нам больше не нужны. Все, отлично. И таким образом у нас появился склад и отправка товаров. Все, теперь мы будем эту барахлишку, которая у нас здесь накопилась, отправлять на склад, либо на отправку товаров и продавать. Все это дело обильно продавать. Класс. Так, все, эти двери все здесь закрываем. Здесь закрыто, здесь пока открыто, но тоже сейчас закроем. Одну вот эту пока оставлю, а вот эту пока закрою. Прям перед носом у этого
как его там обозвать-то так. Так, мне нужен персонал. Давайте наймем начальника тюрьмы. Пусть самый главный начальник у нас выбирает место, где он будет сидеть. Так, дальше, получается, здесь мы изучаем финансы, охрана, менеджмент. Потом, так, правила тюрьмы. Так, технические работы. И все, пока ждем. Все, пока на этом, пока на этом все. Это будет очень долго происходить. Но это все нужно. А, ребятки у нас доносят лавочки. Отлично. Лавочки, кстати, нормальные. Вроде без брака. Я проверял. Вот. Ну, вроде все хорошо. Так что зэки должны сидеть и быть довольны. Ну, они вообще должны быть довольны, что они, в принципе, будут здесь хавать. Вот. В принципе, рацион у них здесь нормальный. Стандартный. Никаких излишеств. Пока что. Потом, может быть, грант у нас будет. Так, я не понял, что они трубу сами дверь, что ли? Чуть. Блин, меня вот просто прикалывает эта их система. Они, главное, вот здесь поставили трубу. И, ну, здесь поставили, это понятно, это логично, да, там? И здесь поставили. А вот... Почему они так делают? Почему они делают как-то кусками? Не идут, например, по одной линии, а идут как-то... Вот здесь, допустим, поставил, здесь нет. То есть, я не знаю, гениально. Просто гениально. Так, отличненько. Тут у нас кирпичи ходят. Ладно, ждемся пока. Так, отлично, я это все дело, короче, делал на паузе. В общем, я взял гарант на этот, комнату для свиданий. Здесь начинал ее делать, как бы просто все это дело было на записи, естественно, я не посмотрел. Называется «Игорь снимается про Sony». Вот, поэтому здесь я решил сделать сначала этот гарант. Вот, и надо мне, в итоге, мне интересно, получается, это задание, да, право на свидание, оно стоит 10 тысяч. Здесь нужно в это входит построить комнату для свиданий, да, установить столы, так далее, построить комнату отдыха, установить бильярдный стол, установить не менее двух телевизоров, не менее двух таксофонов, телефонов, да. Ну, это, конечно, на самом деле такое сомнительное занятие, потому что довольно-таки, ну, не знаю, не окупится это, по-моему, все дело у меня, ну, ладно. Сказано, сделано, как бы, говорят, сделай за эту сумму, ну, я буду делать за эту сумму. Хотя, чувствует легким, знаете ли, наебцом, вот так вот я бы сказал. Не побоюсь этого слова. Так, и дальше давай тогда, наверное, сделаем. Сейчас мы здесь пристроим пристроечку к кухне. И это у нас будет комната для свиданий, да? Конечно, да. Почему нет? Почему нет, если да? Только надо оставить помещение, чтобы у нас здесь проходила калиточка, да? Потому что у нас будут здесь дальше проходить заключенные. Поэтому мы здесь делаем сейчас калиточку. Сразу я ее отмечу. Так, бойлерную закрываем. Кстати говоря, не забываем, если будете играть, ни в коем случае не забывайте ставить вот эти вот вентиля. Они очень важны и нужны. Я опять забыл, потому что в случае порыва трубы вот этот вентиль, он вас спасет от затопления. Вы просто сразу моментально, опачки, нажимаете на него, перекрываете всю подачу воды и все. И все здорово, все хорошо, и все сухие. Кстати, у нас погода испортилась, кстати говоря. Но у нас пока 11 градусов тепла, поэтому я пока батареи ставить в помещениях не буду, хотя скоро надо будет. Так, нужна дверь. Сначала, подождите, нужна дверь. Сначала надо поставить дверь вот сюда. Так. И дверь вот сюда, к бойлеру. Все-таки она, думаю, тоже должен быть доступ к бойлеру. Хорошо, дальше, получается, мы здесь такой, допустим, прошли такие. Сейчас, подождите. Где калиточка-то моя? Вот она, калиточка. Мы здесь такие прошли. Так, все здесь, у нас все хорошо. У нас здесь нет двери. Это у нас комната отдыха, да? Так что здесь... Блин, что же вечно в этих... Здесь у нас дверь будет обыкновенная, без всяких заморочек. Все, здесь мы сделали. Так, а здесь еще дверь не поставил, что ли? А, нет, поставил, все, должны принести.
Дальше погнали. Здесь получается у нас так делаем. Так делаем, да? Не давай. Так, пошире сделаем. Так, надо продумать, что и как у нас будет это все дело расположено. Сейчас кумекаем дальше. В общем, немножко я тут накумекал. Короче, здесь я поставил разметку. Это у нас будет мастерская. Здесь у нас будут наши зэки работать. Неважно, женщины это, мужики это, дети это, кто бы это ни был, они, сука, у меня будут работать в мастерской. Просто никак иначе. Ну, знаете, как говорится, труд, он же всегда людей меняет в лучшую сторону. Вот, собственно, они у меня будут трудиться в лучшую сторону. Вот. Ну и плюс научиться новому действию, да, новым делам. Типа, например, пользоваться станками. Не все ж станками для бритья ног надо пользоваться, правильно? Ха-ха, шутка. Так, дальше здесь я сделаю продолжение. Опять же, это у меня будет выход на все четыре стороны, как говорится. Здесь мы сделаем забор. Здесь мы сделаем продолжение. Так. Так, сюда вот. Вот сюда вот. Так. Здесь мы делаем заборчик. Тут у нас опять же будет охрана. Так, все. Так, и откуда же у нас это будет охрана заходить? Здесь мы убираем, допустим, да? А заходить у нас охрана будет вот отсюда, через то же помещение. Оп. Красота. Так, отлично, у нас тем временем готова комната отдыха. Комната отдыха, отлично. Так. И дальше нам получается нужно, что нам там нужно поставить. Так, нам нужно нанять бухгалтера для начала, чтобы выполнить одно задание. Хорош, у нас прибавочка к зарплате. Потом, дальше, нам теперь нужно сделать здесь. Так, свет здесь есть, да? Угу. Нам нужно в комнату отдыха повтыкать предметы. А нам для этого нужно что нам? Так, там что они там бильярдный стол просили? Поставим один бильярдный стол. Потом так, два телевизора им поставлю. Блин. Не крутится так, как я хочу. Давай сюда поставим один. Потом дальше поставим, получается, тут немножко диванчик. Где он? Немножко диванчик, где ты? Так, я стул вижу, дивана не вижу. А, вон он, внизу. Все, вот он, диван. Так. Хотя, по сути, как я понимаю, этих диван. Ну, здесь, короче, будет стоять. И получается таксофон. Давай здесь поставим. Таксофониты, где вы? Вот они, да? Отлично. Я потом еще таксофоны добавлю на улице. Само собой. Так, что у нас там получается? Установить не менее 5 таксофонов. Окей. Тогда на улице тоже ставим таксофоны. Не беда. Ничего сложного, ничего страшного. Все нормально. Еще 3 пока таксофона поставлю на улице. Все, пусть они пока ставят. Потом я как бы добавлю еще. Пока этого будет, думаю, достаточно за глаза. Так, что у нас тут понатыкали? Здесь пока она так вот. Так вот. Ага. Вот так вот. Хорошо. Здесь мы, в принципе, можем тоже поставить уже сразу дверь большую. Опачки. Здесь у нас получается будет, ну, сюда выходить. Здесь, потому что тоже у нас будет блок. Еще один. Так. Здесь у нас будет мастерская. Что у нас по деньгам? 12 тысяч. Хорошо. Что у нас по этим? Сейчас у нас учится охрана. Хорошо. Начальника охраны. Так, отчет о происшествии. 2 человека ожидают отправки в карцер. Ага. Угу, карцер. Блин, для карцера это, наверное. Так, вот там надо карцер. Я же точно, я же для него разметочку уже сделал. Давай так сделаем карцер, раз они так ожидают карцер, то что ж, я буду заставлять людей ждать. Ну, конечно, я же не такой. Я с удовольствием предоставляю возможности, главное, перспективы людям. Если они хотят, сука, в карцер, значит, они получат свой карцер. И в этом ничего такого нету. Подожди, только здесь маленькую поставим. Так, здесь у нас, соответственно, забор. Сейчас, опачки, так. Так, отлично. Все, сейчас они пока поставят, а потом я уже буду здесь делать им тоже проход.
Хотя, в принципе, почему нет? Можно сразу же сюда дверь донести, да? Обычно такая небольшая дверка. Угу. Комната у... Так, стол для посетителей. Отличненько. Так, программы. Здесь у нас пока все... Все у нас пока разрешено. Так, насколько я помню, вроде ничего больше не надо, там они сами будут ходить, там в определенное время, посещение в определенное время, так что, думаю, все будет нормоч. Что-то это тут так и стоит. А, она карцера ждет, все, понял. Ну, чуть-чуть они там ее... А она же точно, она же провинилась. Так, господы. Сейчас мы тут... Карцер дело такое, не хитрое, но достаточно не дешевое, потому что двери стоят довольно-таки немало. Эть, неправильно. Все, здесь мы сделали. И теперь дверцу. Дверь, по-моему, там пятихатку стоит, если я не ошибаюсь. Да, дверь 500 баксов, представляешь, да, вообще? Какое разорение на этих карцерах. Ну, они по габаритам компенсируют, потому что габариты карцера, они небольшие. Небольшие. Вот, поэтому. Все, я думаю, на первое время карцера всем будет хватать. Все, там свет в карцере есть? Есть, отлично. Это просто, в принципе, темно в карцере, да, я так понимаю. Окей. А, дальше. Нам нужно пометку сделать, что это карцер. Отличненько. Оп-оп-оп. Да, незавидные такие карцеры, если честно, блин. Сидит в таких маленьких коморочках. Ну а что сделать? Это карцер. Ибо нефиг. Нафиг. Питание. Надо, кстати, это же у нас женская тюрьма, здесь нельзя питаться на ночь глядя. Они наверняка же там блюдут фигуру, вот это, например, девушка в очках. Вот. Кто это вообще? Какая Свет? Подожди, Свет, ну-ка. Ну, давай это я прочитаю. Кто ты? Кто ты такая? Так, вандализм, 1 год. Ну, вандалка, блин. Так, а ты у нас кто? Джессика, Джесс. Так, нападение на сотрудника полиции, 8 лет. О-о-о, наверное, она жестко его отхерачила, я так чувствую. 8 лет, не слабо так-то. Так, и, кстати, надо здесь... Пока что здесь давай так забором перекроем, чтобы открыть доступ у меня к... Ну, комнате отдыха. Они там пока доделывают, отличненько. Все, карцер у нас готов. Блин, я еще и ворот должен открывать. Ну что ж тут поделаешь-то. Такова уж участь моя. Все, с этим мы разобрались. Посетители, 8, одна семья ждет свидания. Отлично, придут. Свидание, комната есть, так что ради бога. Свиданьтесь сколько хочется вам. Так, тюремный блок. А, вот это, кстати, я ждал выполнения. 15 заключенных делаем. Так, в процессе 40. Здоровье и так. Обслуживание тюрьмы. Программа повышения доклада. Так. Давай, наверное, так сделаю я все-таки обслуживание тюрьмы. Это у нас что такое? Открыть техническое обслуживание бюрократии. Открыть уборку бюрократии. Ага, так. Давай так здоровьем займемся еще. Еще здоровьем. Так, у меня деньги хватает. Денег хватает, да? У нас получается увеличить вместимость тюрьмы и построить лазарет, нанять не менее 2 докторов, нанять психолога, нужен кабинет. Кабинет у нас, в принципе, еще есть. Отлично. Давай тогда займемся для начала больничкой. Больничкой мы сейчас займемся. Так, вот, чпонька. Пусть они делают. Сюда делаем обыкновенную дверь. Вот так. Все. Данную дверь, в принципе, можно демонтировать, она уже больше не нужна. Все, пусть они убирают пока. Кстати, там, смотри, знак вопроса горел. Здесь, походу, надо обыскать все это дело. Ну-ка, так, обыщем блок. А, и знаете, что я думаю? В принципе, вообще устроить нежданчик такой. Опачки! И обыск, господа девушки. Вас будут щупать сейчас. Будут вас обыскивать. Ну, а что поделаешь? Тюрьма такая. Смотри, какие красавцы у меня. Наконец-то строители начали оперативно работать. Потому что я изначально добавил строителей чуть побольше, чем обычно, ну, как бы, дается. Я еще добавил их. И вот они. Прямо синхронная работа поперла. Здесь у нас все, да? Все, это у нас тут сейчас доделать должны. Хорош.
Теперь надо здесь сделать забор, калиточку, чтобы могли ходить с разных сторон. И никто никуда не сбежал. Так, давай тогда вот сюда. Раз. Здесь такой входик. Здесь, так, и тут у нас будет вход для служащих. Тут, и вот сюда мы поставим, потому что здесь тоже будет, скорее всего, продолжение. Хотя нет, пока не буду. Я еще пока не уверен, будет там продолжение похода или нет. Хорошо, с этим мы разобрались. Здесь дальше продолжаем. Пока до сюда так сделаю. Пока не знаю, куда дальше буду развиваться, поэтому пока вот так и сделаем. Так, дальше, хорошо. Получается, обыск завершен. Отлично. Мастерская. А, подожди, не мастерская, точно, у нас же это лазарет. Я уже начал забывать. Довольно-таки крупно получается у нас комната для лазарета, но ничего страшного. А, так, так, так. Здоровье мне нужно прокачать. Лазарет я начал строить раньше, чем положено, да? Ну что ж, ничего страшного. Ничего страшного. Кстати, психолога, по-моему, тоже надо будет сразу выучить. А, так. Да, психолог нужен. Угу. Интересно, а приоритет никак нельзя поставить? Ну, я, конечно, могу вот это все дело отменить. А, так, это 5 часов, 5. Угу. Ладно, пусть все будет как будет, фиксим. Хотя нет, ни хера не фиксим, давай вот это отменим и поставим. Может быть, оно как бы будет по порядку сейчас получаться. Вот это должно выполниться тюремные правила, да? А потом, соответственно, должны будут психолог и здравоохранение у нас. Так, что у нас тут по начальнику охраны? Нанимаем. Хорош, так. Начальника охраны у нас имеется. Отличненько. Здесь у нас все здорово. Вот эту тряпку надо убрать. Что она валяется в дверях, не мешает. Мешает работникам нормально ходить через дверь, закрывать и открывать. Что-то меня смущает, то, что здесь дверь какая-то открытая есть. Так, ну а пока мы, наверное, ждем все это дело, я, наверное, проведу все-таки отопление в тюрьме сделаем. А то все-таки 5 градусов, это, знаете, не фешенебельно нифига. Я бы лично, ну, не хотел бы, чтобы было 5 градусов, и я где-то в помещении находился. Особенно, когда спишь, получается всегда еще холоднее. Поэтому нужно провести тепло. Сюда. Карцер. Да, карцер тоже поставим одну. Так, лазарет. Ну и как-то пока вроде все. Так, сюда надо тоже поставить. Все сюда поставили. Так, слушай, а сюда, наверное, бойлер-то не дотянется. Слишком далеко будет. Ну, если не дотянется, то я новый поставлю, ничего страшного. Еще один. Все, пусть они пока тут барычат. Я тут работенки подкинул. А мы потом продолжим, как они все это дело закончат. Так, ну что, батареи поставлены. Теперь надо к ним подвести водоснабжение, то бишь горячую воду. Кстати, горячую воду надо еще подвести помимо них в душевую. Так. Сюдой. Сюдой. Ну, да, походу она не дотянется. Я уже так чувствую, что она не дотянется. Давай попробуем. Потому что это очень... Не, да ладно, даже не буду тратить деньги. Надо будет, скорее всего, где-то здесь поставить бойлер. Вот здесь. Потому что все равно здесь у меня внизу еще будет тоже, кстати, надо в комнату для свиданий поставить отопление. Поэтому это все дело еще нужно будет. И нужно будет это дело улучшать, прокачивать и так далее. Поэтому внизу тоже бойлер поставлю. Одним бойлером тут, конечно же, не обойдешься. Сюда, так. Сюда. И сюда. К раковине продадим, чтобы у работников была горячая вода. И все. Ну и давай тогда бойлер еще внизу поставим. Вот где-то здесь. Оп. Отсюда мы, получается, проведем в комнату для свиданий. Условно, досрочку. Проверяшка. Буду я так называть. И все. Ну и там дальше что здесь еще построится, еще к тому подведу. Так, все, пусть пока работяги работают, мы пока опять же ожидаем. Так, кстати, а что ожидаем? Мы, в принципе, можем пока с больничкой заняться, потому что готово уже, правильно все. А, подожди. Нет, не займемся, да? Сейчас у нас учится выучивается психолог. Окей. Так, ну что, с отоплением мы в нашей тюрьме разобрались. В принципе, везде все, здесь у нас... Так, подожди, еще не везде. Тут я вот не провел.
бойлер я еще поставил также здесь, потому что в карцер надо будет. Ну и, соответственно, я с этого бойлера буду по максималке брать отопление на нового блока, которого мы начнем строить очень-очень скоро. Так, карцер тоже давай протопим. Немножко пришлось потратиться на генератор, потому что у нас кончился свет, и я поставил еще больше конденсаторов. Собственно, теперь у нас, я думаю, хватит их на долгое время. Хорошо. Так, ну что у нас там с врачами? Сейчас проверим. Врач будет готов через 2,5 часа. Окей. Тогда ждем врача, я доделаю карцер, а потом уже займемся непосредственно блоком, потому что у меня сейчас пока просто банально не хватит денег на блок. После того, как я сделаю блок, я, скорее всего, хочу еще сделать здесь нормальную дорогу. Здесь надо уже благоустраивать все это дело. Вот. Поэтому это тоже у нас все будет в плане. Здесь я поставлю тоже, по-моему, двери обязательно. Это чуть попозже пока. Когда будет возможно делать патрули, да, я буду здесь назначать охрану, которая будет везде нормально работать. Не как сейчас они ходят, как эти, как какие-то шаляй-валяй такие, камушки пинают. Вот, поэтому пока что я этого всего не делаю, а потом, естественно, я улучшу безопасность и так далее и тому подобное. У нас пока, в принципе, опасность тюрьмы очень низкая. Все пока ровненько, свободненько. Так, надо бы, кстати, знаете, что сделать? Я думаю, надо двор улучшить. Я считаю, что это пора бы это сделать. Пора бы этим заняться. Давай тогда улучшим двор. Нам, во-первых, нужна, естественно, лавочка. Так, давай поставим здесь две лавочки. Здесь лавочку поставим. Здесь лавочку. Ну и здесь две лавочки. Так, хорошо. Потом дальше мы ставим, естественно, еще таксофоны. Так. Так. Еще три поставлю. И тренажер, наверное. Тоже нужен тренажер, да, я так понимаю. Других вариантов все равно больше нет. Поставим качалочки. Давай здесь поставим. Здесь три штуки. Здесь три штуки. Здесь три штуки. Здесь три штуки. Ну так, думаю, хватит. Растыкал там туда-сюда. Понатыкал. Так, охрана подошла. Отлично. Все, дожидаемся врача. Хотя, знаете что, давайте, наверное, лазарет мы сделаем в другой серии, потому что время уже 27 минут. В принципе, будем подзавязывать, чтобы не затягивать серию. Так что, друзья, подписывайтесь на канал. У нас впереди еще много-много всего интересного и по строительству, и просто прохождение. Подписывайтесь на канал, чтобы это все дело не пропустить. Подписывайтесь в ВКонтакте, там разные репостики. Как я кидаю, так и можете вы предлагать новости интересное, смешное или просто что-то какое-нибудь понравившееся вам. И нормально, адекватно, естественно, будет всегда рассмотрено и помещено. Также на стрим-канал подписывайтесь, стримы проходят регулярно на Twitch TV. Буду рад с вами пообщаться вживую, поиграем в разные игры и так далее и тому подобное. И на этом, собственно, все, что я хотел сегодня сказать. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.